Активно боролись с безработицей сегодня в Лабытнангах. Примерно 500 горожан посетили ярмарку вакансий, которая работала в ДК «30 лет Победы». Сотню вакансий им предложили местные предприятия и учреждения. Еще 1000 за пределами города. Требуются плотники, водители, учителя, сварщики, электрики. В общем, перечислять можно долго. Всего более 100 предложений для трудоустройства. Каждый год ярмарка вакансий пользуется популярностью среди горожан. Но и работодатели заинтересованы в подборе хороших специалистов. Вы знаете, мы действительно, это сложное, потому что мы столкнулись этим летом с такой проблемой. Это действительно не так просто. Вроде бы и безработные, но тем не менее каждый специалист в своей области. А работу необходимо выполнить и при этом качестве. Сегодня у каждого своя цель. Одни ищут работу, другие подбирают квалифицированные кадры. А у организаторов задача – помочь им найти друг друга. Для этого это делается ярмарка вакансий, чтобы работодатель воочию увидел соискатель работодателя. Тут же они побеседовали, можно сказать, это мини-собеседование. Да? Если они друг друга устраивают, то есть уже договариваются о более плотном собеседовании у работодателя. Но помимо потенциального места работы, лабытнанцы могли получить и юридическую консультацию. Виктор Евангелистов – неработающий пенсионер. Для него ярмарка вакансий – хороший способ получить ответ на вопрос относительно трудового стажа. Хорошо, что они есть. То, что какие-то дают рекомендации – это уже хорошо. И дают какой-то совет. Ну, как сказать, оценочку им можно, спасибо им могу сказать, то, что они есть. Но, к сожалению, сегодня далеко не для всех нашлось подходящее место работы. Я ищу работу охранника профессионального, с документами, с лицензиями, со всей бедой. Очень редко попадается. Работал до этого, но временно был принят по договору. Срок закончился, и все, остался без работы. А к пенсии денежки, как сами понимаете, не помешают. Также сегодня здесь были и представители организаций, которые предлагают обучение, чтобы была возможность в дальнейшем трудоустроиться по вновь полученной специальности. Мы предлагаем только учебные места, мы предлагаем обучать взрослое население по категориям, по специальностям бухгалтер и подготовка водителей категории Б и категории С. Также мы предлагаем обучение для школьников с 14 лет. Это и бухгалтера, и мастер по обработке цифровой информации, и делопроизводитель, и психолого-педагогический класс. Ну, и с 16 лет подготовка водителей категории Б и С. Всего ярмарка вакансий длилась около 2 часов. За это время ее посетило около 500 горожан. В завершении директор Центра занятости населения города Лабытнанги Максим Рассохин поблагодарил участников ярмарки за сотрудничество и вручил им благодарственные письма. Максим Швец, Максим Мячин, программа «Время местное».